色的这个亮盘。везде газон, кусты, зелень. Прям дышать приятно. Везде скамеечки, они очень красивые, такие прямоугольные, с деревянными вставками. Здесь место сидения. Здесь тоже можно завернуть направо по пешеходной дороге, то есть по тротуарной плитке. Мы поедем, наверное, по дорожке. Играет на флейте, скорее всего. Вот тот самый туалет справа от меня находится, на той красной дорожке. Я еду по параллельной дороге, по зеленой дорожке. Подъехал на противоположную сторону, где до этого снимал. Впереди туалет прям горит красным цветом. Написано Neighborhood Park, то есть такой районный местечковый парк. Здесь уже играет, но здесь играют уже взрослые парни, баскетбол. Справа не играют уже дети. Китайцы в большинстве своем очень любят играть в баскетбол. Они в этом очень сильны, даже на мировом уровне. Вот смотрите, по периметру баскетбольного поля полностью идет вокруг дренажная система. Ну, судя по всему, она очень хорошо справляется, потому что она не забита песком. Все нормально. То есть вокруг находятся дома, очень много домов. Получается, ты из дома вышел. И все тебе, и беговая дорожка, и пешеходная дорожка, и велодорожка, и баскетбольная площадка, и тренажеры, и место для досуга. Можно просто посидеть, отдохнуть на скамейке, полежать. Здесь сделано. То есть в Китае все для людей. Есть даже вот такие, не то чтобы тренажеры, как это назвать, но для самых маленьких, буквально там для годовалых, для двух годовалых детей.
все красиво, уютно сделано. Вот даже для детей есть вот такие. Специально нарисованные игрушки. Игра, как называется, я забыл. Смотри, какие красивые кусты. Разношерстно здесь зеленые. Зеленые кусты здесь, темно-красные кусты и так далее. Они чередуются. Все сделано со вкусом. Кусты и зелень везде абсолютно. Написан старт. Это уже обыкновенная дорога, трасса началась. Вот там такие скамейки в таком стиле сделаны, очень красиво, прямо снизу. Подсветка лампочки. Вот я сделал полный круг. Смотрите, там, где желтая полоса идет, где светится желтой полоской вдоль трассы, чуть выше уровня трассы, это полностью пешеходная тропа. Вот там лестница, и по этой лестнице можно так, ну, подняться, спуститься, и идет очень далеко. Я не знаю, сколько именно протяженность, я не измерял, но порядка 5 километров точно есть. Это полностью надземная пешеходная тропа. Это вообще просто офигенно. Я там ходил, гулял, там очень комфортно, уютно. Можно либо по этой пешеходной надземной тропе погулять, потому что за ней уже идет набережная. Либо по этому парку. Я недавно, ну, почти только что сделал круговой обзор. Правда, было темно, я не знаю, там видно, не видно было что-нибудь. Там
Потому что глазами ты, конечно, там все видишь, но камера сможет это передать, не знаю. Если получится, я сниму в дневное время. Если что, так только так. Оставь где-то материал. Ладно, я здесь закругляюсь, пойду в другое место снимать. Слева от меня была лестница, куда я мог подняться на пешеходную тропу, которая находится слева от меня, повыше. Слушай, ну я сейчас хочу подъехать на набережку. Здесь велостоянка, написано зеленым паркинг для велосипедов. Я немного проголодался. Так, сейчас я вам покажу. По этой лестнице можно подняться на пешеходную тропу. Вот это, видимо, для уборщиков просто. Велостоянка. Это уже вход в парк, на набережную. Это выезд. Здесь уже город. Еще я пошел. Поехал до магазина купить что-нибудь, пожевать. Здесь продается, посмотрите. Смотрите, оборудованное пандус. Проблем никаких нет вообще. Надо, сделали. И так везде, абсолютно везде по Китаю, по городу. Шиньяну. Я заберусь-ка. Какой-то огромный рынок, а не магазинчик. Сейчас я в него зайду, посмотрю, что это такое.